Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал «Футбол – это жизнь». Сегодня 4 декабря, и сегодня день рождения у Свята. Святу 17 лет. Без Свята бы не было такого бы интересного контента. Без него действительно с ним не бывает скучно. Он, в общем, веселый парень. Так что сегодня будет видео и с поздравлениями, и также нарезка лучших моментов. Там, по крайней мере, это единственные моменты, которые Свят не так часто снимается у нас в роликах, поэтому... Интересные моменты свято на нашем канале и поздравления от всех. Все те, кто поздравлял свято, вам большое спасибо. Также в описании есть все ссылки на тех, кто поздравлял Святослава. Переходите, может быть, подписывайтесь. Поехали! Всем привет, ребята, мы начинаем. Вся Тобихана. Отдам тебе, пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. И сегодня мы только вдвоем. Его голос твой, он как будто колыбель. Я обниму тебя, чтобы не стало холодней. Курточка моя так хорошо сидит на ней. А твои глаза как блики в играх NBA. Я делаю навстречу к тебе шаг. Ладно, вторую попытку запороли, Святослав вышел. Ладно. Свят, ты понимаешь, она не готовилась, она просто взяла, распечатала и все. Я-то импровизацией буду тебе все рассказывать. Да. Начали. Ну что, Свят, мой юный коммунист, мой любитель истории. Нет, все, хуйня, давай. Ну что, Святослав? Любитель истории, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, удачи, чтобы ты вон в том вон здании школы дал все ВПР, которые там все, что все письменные работы писал только на пятерке, потому что учеба это одно из главных, что может быть. Но самое главное, найди себе бабу. Хватит приставать ко всем девочкам в нашем классе. Найди себе хорошую девушку, чтобы которая тебя любила, уважала, там все такое. Вот. Желаю тебе сдать удачно ЕГЭ, там все экзамены, что поступил, там лучшие университеты мира, там, ну хотя бы Барнаула, ладно, и это. И, ну, в общем, Свят, ты красавчик, тебя уважаю, все, давай. Самоуверенно. Итак, у нас еще будут много челленджей. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. И до новых встреч. С вами был канал «Футбол – это жизнь». Пока. Всем пока. Подписывайтесь. Наши девчонки. Шо це, мои девчонки? Мы сегодня, короче, все в сборе. Шо це про меня забили? Наш сбор с одним украинцем. Гы. Святославу привет. Привет. Здорово, Свят, с днем рождения. Тебя, короче, там счастье, здоровье, ну как это, по-обычному там. Чтоб там это, пятерки были, чтоб только попробуй меня отличником не стать, блин. Там одна математика, что там это? Вообще легко. А ты там, не могу, не могу, постарайся, ну что, совсем уже, совсем придурок, что ли. Счастье там, здоровье, ну как я уже говорил, там это, оценок, там это, девушку найти хорошую, там это, отношения хорошие были с ребятами, так сказать. Но у него так замечательно все. С учителями, что все нормально было. Тем более. Особенно с Валентиной Михайловной. Да, то все молодой человек, там молодой человек. Кстати, не забывай здороваться с Валентиной Михайловной, не забудь. А ты себя должен утвердить, как Петраков. А то молодой человек, там молодой человек, все такое. Да на Димку даже и запомнить не может. Свят, хорошо тебе отметить там день рождения, чтобы много людей пришло. Чтобы не пил, а то опять на неделю заболеет. Да, чтобы там не пил, был это за ЗОЖ, так сказать. Ну и все так это. Максим, ты что, в Грузии? Днем рождения, так сказать. Далеко, высоко, в горах. Давай, Свят, все, пока. В натуре что они такие дорогие, блядь? Потому что вибрируют, что ли? Свят любит, Свят оценит. Блять. Нажми на... Комментатор Свят. Да мне тут нифига не слышно. Дай. Привет, Свят. Алло. Алло.
где? Хорошо, ты куда подъедешь? К стадиону? Ну все, это как будешь там, типа, или сядешь, или как подъедешь, позвонишь, если что, Максим. Все, давай, на матч вот. Что мне снимать, что? То-то видео не вышло, вот оно, твое легендарное возвращение. Отстань, блядь, Кыргыз. Почему? Ой. Белорус с двумя С. Пошлите в магазин. Пошлите. Дорогой свят, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы все девчонки в классе тебя раскрывали. Конечно, желаю тебе, чтобы ты хорошо сдал экзамены, потому что это самое главное в своей жизни. Все, у Юли мозг замерз. У меня мозг. Я очень его. Все, вставай. Все. Вот это. Макну. Да дай. Да, дай макну. Дай макну. Да дай мне макнуть. Из рта у него. Спасибо. Короче, иди сюда. Сейчас какая-то вообще хуйня. Нам сказали, что нам нету 16 лет, а его пустили, сяд. Ну, он действительно как-то выглядит постарше нас. Но это просто дичь. Сяд, победим? Да. Короче, сейчас идет 15 минут и могут быть серии пенальти. Ждем, Дима? Ждем, верим. Ждем. Свят, ты хочешь серию пенальти? Надо выиграть. Ну лучше, да, в основном. Да ты, Света, покажи, как болит. О, ё-моё, махач. Сам замах. Повернись. Надо держаться! Что ты делаешь, блин, сука? Ты выгляжи, как она тебе полетит, ну так ее. Продолжай! И что? Он 5 декабря, я 20. Меня не видно, да? Что ты делаешь? Улетит, улетит. Да Свят, она замерзнет. Надо. Да не замерзнет. Ой, Дима, запинывай ее! Она промолкнет, да хорош. Все, давай. Я он ее там утрамбовал. Все, давай. Подожди, там интересней. Да хватит. Дорогой Свят, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Я желаю, чтобы ты сдал хорошо экзамены на все пятерки. И еще, чтобы было сильно тепло, уютно и... Хватит ржать, Дима! Желаю, чтобы в семье у тебя было тепло, уютно и чтоб тебя все любили. Ставьте лайки, если Свят картошка. Что ж, Свят, да теперь поздравления от меня. Желаю тебе счастья, здоровья, успехов как в учебе, так и в личной жизни. Но к девчонкам из класса вот, Свят, лучше не лезть. Желаю тебе хорошо сдать экзамены. Так что спасибо тебе большое, Свят, за этот просмотр и за то, что ты... Вообще есть на нашем канале. С праздником. Ты же видишь, где летаем, нас никто не поймает. Высоко над облаками, наша черная стая.